Привет, YouTube. Привет всем. Это вторая часть по сборке ручки SLX под номером M675. Вот здесь написано. Была первая часть по разборке. Я показывал, как разобрать ручку. А сегодня я вам покажу, как ее обратно собрать. В принципе, ничего сложного. Thank you.
я, короче, поставил вот эти направляющие. И вот эта вот запчасть, я не знаю, как она правильно называется, которая держит поршень, было немножко тяжело поставить, конечно. Помучился, короче говоря, я с ней. Потому что она здесь, вот видите, цепляется вот здесь за два крючка и держит поршень. И было тяжело, ну, все это поставить на место. Ну все, я вот выставил, поршень поставил, все выставил. Вот эту можно теперь болтик этот поджимать. И все остальное тоже ставить дальше ручку. Все остальное.